Еще в 1328 году в духовной грамоте Ивана Калиты впервые упоминалось село Ирининское. Сейчас же оно носит имя героя Советского Союза, уроженца этих мест, летчика Василия Сергеевича Молокова. В честь дня основания поселка состоялся праздничный концерт. В течение вечера на сцену выходили талантливые артисты. Их душевные песни и зажигательные танцы с легкостью покорили молоковчан. Яркие номера представили студия эстрадных танцев «Гюнеш», фолк-группа «Млада», хореографический ансамбль «Надежда». А настоящим гимном любви к своей родине стала песня «Матушка Русь». Прозвучало и много теплых, искренних слов. Поздравить жителей приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Хочется пожелать процветания, счастья и благополучия замечательному поселению, поселению Молоковское, которое действительно хранит историю, действительно хранит традиции и все самые лучшие традиции передает подрастающему поколению. В этот вечер получился своеобразный молоковский флешмоб. В своих чувствах малой родине признавались все. Судьба Лидии Изюмовой навсегда переплелась с этим краем. Женщина живет здесь уже 45 лет. Вот наша Молокова, она росла и развивалась на моих глазах. Сначала было все плохо, ни тротуаров, ни дорог, ухабины, все такое. Сейчас красота. Мне умирать не хочется. Я хочу жить в этом поселке, который растет, благоухает и развивается. А вот Ольга Шевкун стала местной жительницей недавно. Она переехала сюда 3 года назад вместе с мужем, сыном и дочерью. По признанию молодой мамы, тут комфортно растить детей. У нас открыли здесь новый комплекс спортивный, все, в принципе, недалеко, свежий воздух, красивые площадки, и в целом, да, все нравится. За свежим молоковским воздухом приезжает Олеся Пеганова. Она живет в столице, но в теплое время года всегда в здешних краях. Мы очень любим наш Молоковский район. Прекрасная погода, замечательно. Лето здесь очень, с удовольствием с детьми проводим лето. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.